И снова всем привет! Вы на канале ОНБ. Ну что, ребята, я нахожусь в городе Смоленск в офисе Автоспектра. Автоспектр и ОНБ – это одно целое. Провели мы презентации, было очень здорово по всем городам, и об этом вы увидите скоро видео. Но самое интересное, что вы увидите испытание нашего главного героя, гвоздя программы, это цинка, цинк Церберус. Испытывали, и будет очень классное видео, это я на 200% вам гарантирую, что вы просто офигеете. Другого слова у меня нету. Сегодня было на презентации очень интересно. Один из наших подписчиков тоже решил испытать и найти все-таки изъян, какие только он не делал над ними издевательства, но цинк выдержал, он был приятно удивлен, в принципе-то, как и я. Я не думал, что до такого дойдет. И такие же испытания я вам покажу. Но что я хотел сказать? Я здесь, призы я вам показывал только на картинке, сейчас я вам покажу их вживую. Это вот такой пистолет, пневматический, крутая штука, он будет ваш. Конкурс, это может быть твоим, посмотрите условия в описании под видео, наверное, я оставлю. Также вот такая машинка, я вам ее уже показывал, я ее привез сюда. Почему я ее привез сюда? Потому что с Бреста высылать геморрой, а ребята высылают, так как у них магазин «Автоспектр», онлайн-продажи, 21 век. Ребята высылают, вот, сегодня вы позвонили, через 2 дня она у вас. В Казахстан даже, по-моему, 5 или 6 дней идет. То есть вот такой пистолет, такая машинка будет в розыгрыше, а также вот такая штука. На фото она очень маленькая, а это у нас автохолодильник. Просто на самом деле на видео он такой небольшой, маленький, на самом деле это, ну, это серьезная штука. Угу. Угу. Поднимай. Угу, о, коробочку убираем. Такой большой холодильник. Представьте, ребята, отпуск, жара. Наложили сюда мороженого, воды. Вот такой вот большой, довольно-таки большой холодильник. Просто супер. Все прибамбасы к нему есть. Да, закрыли, сложили сюда напитки, мороженое. Ребята, очень вместительный, очень. Все, в багажнике поставили, подключили и балдеем. Классный, классный. Мне нравится. Ссылочку на видео с условиями конкурса я расскажу, ой, я дам в описании под видео. Смотрите, заполните форму, внимательно смотрите условия и участвуйте в конкурсе, и это может быть вашим. Что хочу сказать, недавно пришел такой мне вопрос, дядя Олежа, а когда же мы увидим в магазинах там-то, когда же мы увидим в магазинах там-то ваш товар? Ребята, мы сейчас придерживаемся такой политики, мы не хотим отдавать это в оптовые продажи и будем развивать интернет-магазин «Автоспектр». Ссылочка на материалы в «Автоспектре» мои также в описании под видео. Но кроме моих материалов, «Автоспектр» – это масса. Это каждая мелочь, которую вы можете столкнуться при, то есть, использовании автомобилей. Да, это и аккумуляторы. Сейчас зимний период, здесь все для зимы есть. Очень большой выбор аккумуляторов, масел, да все, что хочешь. Инструмента, оборудования, станков, все. Все, что касается автомобильной тематики, все здесь есть. И около автомобильной тематики тоже. Так что попутно вы можете не только мои материалы заказать, а все, что угодно. Скоро коронавирус и, блин, большой дефицит вот эти маски, да? Здесь их нескончаемое количество. Вот, целая комната. То есть, ну, да, конечно, хреновая ситуация. Коронавирус никому не нужен. И, блин,
все это наперекосяк идет. Но дело в том, что скоро вы будете также сидеть дома, также у вас будут проблемы с покупкой каких-то материалов в ваших магазинах, потому что все закрыто. Но, ребята, почта, доставка, это все работает. Поэтому в Автоспектре вы можете заказать, и вам привезут домой и материалы, и, возможно, вам нужен будет аккумулятор, все привезут, все, что надо. Так что ловите момент, привыкайте к онлайн-продажам. 21 век на носу, люди. Зачем вот это вот бегать по магазинам? Ну, хотя, да, с другой стороны, когда-то можно выбирать. Но если вы заранее думаете о своей покупке, пожалуйста, зашли на сайт. Тем более в Автоспектре у вас при регистрации на сайте у вас появляется свой кэшбэк. За каждую покупку вы получаете 1% от ваших, вот, допустим, на 1000 купили, 10 баллов получили. 1% это 10 баллов вроде. И получается, что вы копите баллы, а 1 балл равняется 1 рублю. То есть накопили 2000 баллов и можете потратить в ноль. То есть не вкладывая денег, просто баллами сняли, оплатить какую-то покупку. Здорово. То есть многие сейчас скажут, ой, пошла реклама. Ребята, это не реклама. То есть и я считаю, я полное право имею рассказать и о своей торговой марке. Я это заслужил, я это заработал. Это я говорю, не кривя души. Эта неделя нам далась очень тяжело, ребят. И, ну, тяжело в том плане, что мы устали физически, но морально мы нахватались столько всего хорошего. Спасибо всем, кто был на презентациях. И низкий поклон, ребята. Приходите на следующие презентации. Следующие презентации будут еще круче. На следующей презентации мы уже сделаем маечки наши, да, ОНБ «Автоспектр». Еще что-нибудь придумаем. И пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть, как бы вы видели презентацию, что бы вы хотели на ней увидеть. Конкурсы какие-нибудь, какие конкурсы, реально ли эти конкурсы сделать, да? И следующая презентация будет здесь, в Смоленске. Я думаю, по городам пока мы, может, не поедем. Есть планы и на Краснодар, и на другие города. Но пока со следующей новинкой мы будем проводить здесь, в Смоленске. То есть нам здесь комфортно, здесь очень хороший сервис у ребят, очень удобный, да. И, в принципе-то, вот хочу услышать ваше мнение. Как бы вы видели презентацию? На какую презентацию вы бы приехали бы, да? Что бы вы на ней хотели видеть? Ну, маечки, понятно, это будут, мерч какой-то. Конкурсы, какие конкурсы? То есть, ну, реально ли их выполнить за буквально... Презентация проходит где-то 8 часов. То есть, возможно ли за эти 8 часов сделать те или иные конкурсы? Так что пишите. Еще раз спасибо всем. Огромный всем поклон. Ссылочка в описании под видео на Автоспектр. Привыкайте заказывать онлайн. Также будет ссылочка на конкурсное видео. Смотрите правила, участвуйте, и розыгрыш будет. Я немножко отдохну. Сейчас недельки через две мы запустим. Также следите. Я объявлю заранее о конкурсе. Возможно, да, возможно, не объявлю, и розыгрыш сразу проведу на канале ОНБ. И мы выявим победителя вот этого замечательного пистолета, автохолодильника, вот этой замечательной машинки, шаг 2,5. Да, она твоя! Только надо пошевелить пулками. А на сегодня все. Здоровья всем крепкого, настроения бодрого, добра и бабла.